2 апреля геологи отметили профессиональный праздник. День геолога празднуют уже полвека. Почти столько же в Амакинской геолого-разведочной экспедиции отработала Елена Григорьева. Опытный геофизик, ветеран Алроса, ответственный сотрудник Елена Ивановна вплоть до выхода на пенсию на работу приходила как на праздник. С ветераном встретились наши коллеги. Елена Григорьева прошла большой трудовой путь. 42 года проработала геофизиком в Амакинской экспедиции. Профессия геолога, как и многих, привлекла романтикой путешествий. Молодая Елена ездила в поля, работала в глухой тайге, участвовала в разведке алмазных месторождений. Все это было пешком, все это было, обрабатывали все вручную. Каждую точку пишешь, вот тыкаешь, тыкаешь. Это сам я по цифрам. Так и составляли карты. И геологическую, и геофизическую. Было интересно намного, мне кажется. Начинала Елена Ивановна в Нюрбинской экспедиции. 24 года назад приехала в Айхал. В коллективе легендарной Амакинки Григорьеву помнят как добросовестного работника. Многие до сих пор восхищаются ее активной жизненной позицией. Сама Елена Ивановна, опытный геолог, всегда готова дать совет. В общественной работе, конечно же, она превосходила всех, потому что она старшая была уполномоченной по охране труда и технике безопасности, председатель цехкома, профсоюзной организации и вообще очень общественный, ответственный человек. Нам ее не хватает, и мы ее зовем, конечно же, на работу. Сегодня Елена Ивановна на заслуженном отдыхе, проживает в Айхале. В свое время на ее глазах поселок строился, возводились здания и парки. Все изменилось. У нас церковь появилась, ДК такой красивый, детские сады, школа построилась. Ну, в общем, изменилось очень-очень даже в лучшую сторону. Заслуженный работник экспедиции, ветеран Алроса и ветеран труда, Елена Ивановна вплоть до выхода на пенсию на работу приходила, как на праздник. Признается, совсем не жалею, что геологии посвятила столько лет. Амакинская экспедиция давно стала для нее родной. Оксана Мезенцева, Нария Сивцева, Евгений Шаповалов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».